Приветствую вас, дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка первого заказа из 14-го каталога Oriflame. И мне пришла целая коробка уже следующих каталогов, то есть у нас такое правило: получаешь заказ по текущему каталогу, уже вкладывают следующие каталоги, и он, конечно, потрясающий каталог, он настолько красивый, и нас ждет бомбическая, я бы сказала, такая звездная новинка. Но давайте обо всем по порядку. Буду рассказывать, что заказали, что получила в первую очередь. Заказали 4 геля для душа XXL объем, Камчатка и пляжи Калифорния. Ягоды Камчатки, по-моему. Слушайте, забыла, как называется правильно. Чем эти гели привлекают всех? Тем, что, во-первых, большой объем, густой, концентрированный гель. Слушайте, ну это такая прелесть. Я сейчас использую гель, тоже такой фруктовый, ананасовый аромат, серия Discover. Это, вот это просто чудо, аромат такой густой, насыщенный, кожа такая приятная, отмывает отлично, расход мизерный просто, вам вот этого флакона хватит очень надолго. И мне нравятся они по ароматам, настолько они классные, просто все хорошо пахнут, и мы их все время чередуем, берем то один аромат, то другой, для того чтобы не приедалось и было все время какое-то разнообразие. И тут же у меня в заказе мыло тоже Камчатка, это под заказ, тоже под заказ. Кстати, аромат такой приятный, я почему-то раньше не брала именно это мыло, но как-то открыла, попробовала, потому что у меня одна знакомая, вернее подруга моя, все время его берет. Мне так стало интересно, заинтересовало, почему именно это. Я раскрыла и поняла, у него действительно очень вкусный аромат. Попробуйте это мыло, оно сейчас идет по акции в каталоге на страничке, там же, где эти гигантские гели. У меня пришел второй шаг по подписке, это коктейль для контроля веса, ванильный вкус. Я взяла, сначала у меня был шоколадный, я его начала пить подряд, прям пила каждый день, и у меня резко ушло 2 килограмма, и я постранела в области талии, ушли прям вот сразу сантиметры, очень быстро ушли, даже 200 килограмма у меня ушло. Вот потом я делала некоторый перерыв и то пила, то не пила, то есть по желанию. Потом я решила, что я хочу коктейль ванильный попробовать, заказала, у меня его подружка забрала, вот теперь вторая банка пришла, надеюсь, успею сама открыть, а может быть тоже кто-нибудь уведет. Очень хочется попробовать ванильный вкус, но многие говорят, что именно он больше нравится, что он лучше растворяется, у него консистенция более приятная. Но самое главное, что вот с этим коктейлем можно постранить очень легко, то есть не напрягаясь, не подсчитывая калории, не делая каких-то супер там спецнагрузок. Но желательно, конечно, добавить физическую нагрузку, 10 тысяч шагов проходить каждый день, то есть и больше позитивных моментов в свою жизнь добавлять, и конечно один или два раза в день заменять полностью один прием или два приема пищи на коктейль. Не надо ничего еще дополнять, не надо еще салатики какие-то резать или что-то делать, просто выпили с молочком этот коктейль, подождите немножечко, он, да, там все это набухнет в желудке, вы не будете хотеть есть примерно 5 часов, по крайней мере у меня так работает. Я пробовала есть его утром, в обед, на ужин, каждый раз одна и та же картина, что сытость, кушать не хочется. Самое классное, не хочется что-то закусить, какую-нибудь там конфеточку, печенку или финики, то есть абсолютно нормально, то есть я просто пила воду и больше ничего не хотела. Поэтому вот этот коктейль, я думаю, для многих волшебная палочка. Я получила очередной подарок по акции, у меня стояли в резерве вот эта вот красота, это весы кухонные Тефаль, но я их взяла в подарок, потому что у нас есть весы, и я хочу их просто подарить. Но слушайте, за 1 рубль такой классный подарок я получила. И что я хочу сказать, у нас постоянно проходят акции для всех партнеров, независимо от уровня, вы можете в них участвовать, собирать либо спонсорские баллы, копить,
или еще какие-то условия выполнять и получать подарки. Вот я по этой акции получила несколько гаджетов, два еще в пути. Вот следующую поставку получу соковыжималку, электрическую, чайник еще в резерве, доски разделочные. Я получила электрические мельнички, такие, которые просто для соли, для перца, они такие удобные, классные. А тостер, миксер, что-то еще. А по предыдущей акции я получила вот этот свой телефон. Вот. А сейчас, кстати, у нас тоже идет акция. Я вам покажу. Кто-то тут у меня из рукава выбивается. Я вам покажу самый простой, самый доступный подарок, который вы можете получить. Во-первых, его могут получить все новички. Кто придет в период действия 14-15 каталог, зарегистрируется и оформит суммарный заказ в течение 21 дня на 50 баллов. Вот так крепим. Просто здесь такая удобная прищепка. Кстати, я в сумочке с собой ношу это колечко. Сзади есть кнопочка. Нажали, и увеличивается интенсивность света. Три режима: послабее, сильнее и самый сильный. И, конечно, когда мы делаем селфи, то очень хорошо подсвечивается лицо и уходят вот темные круги под глазами. То есть лицо становится более такое красивое, светлое, и фотографии получаются качественные. Поэтому такое колечко, мне кажется, в наше время, ну, можно так сказать, всем нужно и всем будет полезно. А второй вариант, как можно получить это колечко: если вы уже партнер компании, то вы приглашаете одного человека, и чтобы суммарно этот новичок в течение 21 дня разместил заказ на 100 баллов, тогда он получит тоже колечко, он получит первый шаг стартовой программы Аромат, а вы получите вот такое кольцо за 1 рубль. По-моему, очень хорошая программа. Подарков очень много, посмотрите, изучите. Там можно и яблочный телефон получить в подарок, и ноутбук, и телевизор, или денежные премии, все, что вам больше понравится. Так, далее. Со скидкой 50% я заказала сыворотку и коллаген серии Novage. Обожаю эту серию, она моя любимая, и на моей коже, мне кажется, ну, самая эффективная как раз работа идет. Я беру или коллаген, или Ultimate Lift, потому что для меня они идеально подходят. Ultimate Lift работает вот как раз на контур, чтобы была подтяжка, упругость кожи. И коллаген очень прям, можно сказать, моментально стирает мимические морщины, и кожа становится такая вот ровная, подтянутая, разглаживаются даже глубокие морщины, и эффект заметен очень быстро. И вот именно когда мы используем целиком комплекс, то эффект, конечно, более ощутимый, он в 7 раз сильнее, нежели вы будете брать один крем или одну сыворотку. Так это работать не будет так эффективно. И вот свою скидку 50% я использую всегда на какие-то дорогие продукты, либо я собираю себе серию очередную, потому что продукты заканчиваются постепенно, не все в один день. Бывает, что сыворотка обычно быстрее всего заканчивается, а бывает, что крем какой-то уже нужен или для глаз, или дневной, ночной, и я просто смотрю, что быстрее закончится, и именно на этот продукт использую свою скидку. А чтобы у вас такая скидка была, нужно делать заказы в каталог 150 баллов. Первый раз вы делаете — ничего нет, а второй раз делаете — вам добавится уже скидка 50% на любой продукт, кроме комплексов, кроме серии Wellness, Norhen и кроме масел. Да, все равно здорово. Так, что я еще заказала? Конечно же, сейчас берем активно омегу, пока две баночки взяла. Омега-3 у нас очень качественная, она эффективная. Мы пьем омегу-3, в принципе, не только омегу, а вообще комплекс Wellness Pack уже более 12 лет, и это, конечно, заметно по здоровью. Даже если посмотреть по даже вот по тенденции, да, старения, то есть как будто бы замедлились все процессы старения, потому что витамины очень хорошо поддерживают организм на клеточном уровне. И, конечно, астаксантин. Одну баночку заказала, он сейчас идет без скидки, но я люблю, чтобы этот продукт был в запасе всегда, потому что астаксантин помогает очень хорошо укрепить иммунитет, как и омега, и справиться с различными такими, ну, даже не то что болезнями, а даже вот просто когда спортом занимаешься, да, чтобы мышцы не болели. То есть у него очень хорошие показатели,
То есть широкий спектр воздействия на организм на клеточном уровне. Но самое главное, что мне нравится, то что очищает клетки, потому что клетки, как бы, у них тоже есть свои какие-то отходы, да, процессы жизнедеятельности. И вот внутреннее очищение клеток позволяет нам быть более здоровыми, постепенно восстанавливаются органы. То есть, как бы, вообще организм сначала замедляется, да, все процессы, а потом они наоборот улучшаются, органы восстанавливаются. То есть получается, что вроде бы мы пьем какую-то таблеточку, да, маленькую капсулу, а оказывается, она очень здорово влияет на наш организм. Естественно, что это будет не с одного раза, и может быть, не с одной баночки вы увидите результат, но он будет однозначно. И я считаю, что это такое хорошее вложение в себя, в свое здоровье, в свое долголетие, в свое вообще в полном, да, в комплексе, в состояние внешнее, внутреннее. Так что очень рекомендую Wellness. Wellness — это красота. Кстати, я не сказала, на сколько баллов заказ, а оказывается, он у меня на 250 баллов. Я еще не все заказала, что хотела, буду отправлять еще один заказ. Так, заказали у меня такой крем для кожи вокруг глаз, серия Skinergize. Такая серия для более молодой кожи подходит, то есть разных возрастов, но уже можно начинать с совсем юного возраста. Заказ — аромат Eclat Femme Weekend. Шикарный аромат, он такой фруктовый, цветочный, шлейфный, очень красивый, стойкий, так раскрывается, богатый. И вот этот аромат приятно вдыхать, то есть надышаться невозможно, поэтому закажите пробник, потестируйте его, и может быть, это будет именно тот аромат, который вы искали, который вы ждали всю жизнь. Так, заказали еще тональную основу. Это у нас идет тональная основа, не помню какая, по-моему, то ли стойкая, да, наверное, стойкая Extreme с SPF 30, она в тюбике, и девочка заказала уже не первый раз, ее берет, очень нравится. Ой, сколько у меня малышек здесь в заказе. Три помады из серии Mini On Color. У меня, кстати, есть помада вот такой оттенок, как раз нюдовый, очень приятный, и кто ее видит, потом всегда заказывает. Она так хорошо на губах смотрится, так как-то натурально, не ярко, очень по-осеннему. Две помады таких и одна розовая, тоже нежно-розовая, они матовые, но губы не сушат, так хорошо ложатся, ее не надо там долго-долго мазюкать, то есть помада прям классная. Что мне понравилось, то что она небольшая, и ее использовал, новую взял. У меня обычно помады не успевают заканчиваться, потому что все время хочется какие-то новые цвета, чем-то разнообразить свою косметичку, да, вообще просто под разные образы, разные оттенки. А когда помада большая, полноценная, то она просто не успевает даже закончиться, и в этом случае бывает немножечко жалко. Также меня заказали пудру серии On Color. Я вам сразу хочу показать, что она у нас идет вот такая с пуховочкой. Ой, как она тут держится крепко. Ну, то что есть пуховочка, но нет зеркала. Вот обратите на это внимание, потому что я думаю, что это тоже важно. Но пудра по качеству очень даже хорошая. Ну, вот такая простая упаковка, отсутствие зеркальца позволяет очень здорово снизить ее стоимость. То, что привлекает многих-многих людей. Я заказала мыло, мед и молоко. Мне нравится то, что оно приходит в такой красивой презентабельной коробочке, и можно смело дарить, делать кому-то комплимент приятный. А сейчас, как бы, часто с кем-то там встречаюсь, куда-то хожу, и хочется просто, как бы, человеку даже сделать что-то приятное. Смотрите, как красиво. Внутри звезды. Ой, какой аромат! Мне кажется, аромат отличается от обычной серии медовой. Да, он какой-то немножко другой аромат, более приятный. И на обратной стороне мыла написано Milk and Honey Gold. Шикарный, просто обожаю эту серию. Иногда встречаются люди, которые не любят этот аромат, но это бывает крайне редко. И в основном все просто в восторге, особенно любят наши бочонки медовые, потому что крем
ароматный, очень хорошо питает. Обратите внимание, как раз на последней страничке каталога эта серия, она идет по супер скидкам. У меня уже есть жидкое мыло, мне его прислали на обзор, оно просто потрясающе, такое густое, концентрированное, такая пенка приятная. Пользоваться им одно удовольствие. Так, а я вам сейчас покажу продукт, я его, правда, вчера вскрыла, показывала девочкам. Смотрите, набор называется пряный цитрус, крем для рук. Я себе заказала, поэтому все открываю. И мыло. Мыло приходит в такой обычной упаковке, но когда мы ее вскрываем, то внутри мы находим мандаринку. Посмотрите, да, или апельсинку, что угодно, это пахнет невероятно вкусно. Я даже раскладываю иногда просто как для ароматизации воздуха, потому что пахнет нереально. А потом, когда он выветривается, уже можно использовать просто как мыло. Но это правда красиво, это здорово. Обычно у всех такой восторг. Еще мне нравится, что в состав здесь входят отшелушивающие частички. И так как мыло полупрозрачное, мы их видим практически насквозь. Это очень прикольно. Я заказываю обычно побольше таких наборчиков, но я буду еще делать заказ и повторю, чтобы уже взять на подарки к Новому году, потому что ассоциации вот с этим набором именно праздничная, новогодняя. А аромат, он меня переносит, знаете, какое ощущение? Такое уют, тепло, домашнее, семья, такое все прям вот прям хорошо-хорошо на душе, когда вдыхаешь этот чудесный аромат. Так, еще я вам дам маленькую рекомендацию. Я заказала пробники, несколько штучек. Один пробник у меня шел в наборе. Набор состоит из нового каталога. Пробник нового аромата Divine Exclusive. И один или два пробника, сейчас посмотрю. Я просто здесь заказывала для клиентки. Да, вот два пробничка у нас идут. Сейчас, секундочку. Вот. Так, так. Ага, вот так вот, наверное. Получается, два пробника еще. Один тональная основа идет для того, чтобы протестировать. То есть здесь небольшое количество тональной основы. Можно спокойно понять, нравится тон, не нравится по цвету и так далее. И один крем коллаген дневной. То есть получается каталог, пробник в таком красивом футляре, да, с открыточкой идет. Аромат просто восторг. Восторг у меня вызвал, ну, невероятный восторг. Я думаю, что он будет пользоваться популярностью. И почему я взяла так много пробничков? Для того, чтобы сейчас разложить в заказы моим клиентам. Каждый клиент получит в заказе такой подарочек. Ну, помимо других, будет еще такой пробничек. И будет возможность протестировать новый аромат. И скорее всего кто-то уже закажет, потому что когда этот аромат смотришь в каталоге или держишь в руках и можешь его на себе поносить и почувствовать, как он раскрывается, какой он вкусный, то конечно решение будет быстрее приниматься и более, да, позитивно, когда есть пробник, нежели просто потереть картинку в каталоге. Поэтому я заказываю всегда новые пробники, особенно если мне самой они нравятся. Я заказала несколько пробников тоже под заказ для девочки знакомой, чтобы она потестировала серию экологента, то есть чтобы она почувствовала, подходит или не подходит, понравится, не понравится. Потому что вы знаете, мы все настолько разные. Один тот же крем кому-то идеально подходит, а кто-то скажет: ой, он мне тяжелый, мне не нравится, или там липкость остается. Потому что, да, по-разному мы все устроены, это нормально, ничего страшного. И еще мне прислали, я правда не знаю, за какие заслуги, может быть, это просто вкладывается дополнительно в автомате, вот такие открытки. И что мне понравилось, с обратной стороны есть описание аромата, как и вот в открыточке, и здесь можно оторвать край пленочки, как у нас в каталогах делают, и подегустировать аромат. Вот такая классная тоже тема, мне понравилась. Я все раздарю, все раздам, пусть все нюхают, наслаждаются и выбирают. Ну и раз уж мы заговорили про этот аромат, то я покажу вам аромат в оригинале. Мне его прислали на обзор. Я в таком, кстати, восторге, что аромат у меня уже есть, потому что я бы его однозначно заказывала себе. Мой аромат, вот
просто вот для меня, для моего нюха он волшебный. А еще мне очень понравился дизайн. Смотрите, как это круто выглядит. Такая спелая, красивая вишенка. Я еще смотрю, у меня солнце как раз проходит сквозь флакон, и это выглядит очень красиво. Сверху цвет насыщенный, насыщенный, а потом бледнее, 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 и внизу он становится практически прозрачный. А сама крышечка инкрустирована кристаллами, выглядит здорово, просто очень. Я специально сегодня не пользовалась никаким ароматом, чтобы насладиться. Ай, слушайте, но все равно из оригинала всегда аромат вкуснее, чем из пробника. И я его теперь буду проверять на стойкость, на носибельность, и потом запишем отдельное видео просто именно про этот аромат. Я вам расскажу свои впечатления. Очень вкусно пахнет. Он мне напоминает некоторые ноты из уже наших ароматов. Впервые, когда я его понюхала, мне показалось, что он похож на хэппи-дизиак. Потому что верхние ноты цитрусовые, ягодные, а потом идут уже цветочные ноты дальше. Ну, начало просто восторг. Такой аромат счастья, любви, вот чего-то такого объемного и красивого, но об этом чуть позже. Кстати, я еще заказала себе новую маску серии Optimals. Вышла тканевая маска. Кстати, первый раз вижу такую упаковку, она практически прозрачная, я маску вижу внутри, что вот она здесь лежит. Но когда я почитала состав, я удивилась, потому что такое впечатление, что очень много компонентов сыворотки, да, состав сходится с NovAge, но по цене здесь получается почти в два раза дешевле, а состав очень богатый. Я тоже буду делать маску на видео, я просто покажу вам, как ее использовать, расскажу свои впечатления, вы посмотрите до и после, что будет, и если она мне понравится, я закажу еще несколько штучек, потому что очень люблю тканевые маски, особенно если они по хорошей цене у нас идут. И как официальному обозревателю мне прислали еще три продукта, аромат и еще три. Это новый консилер. Консилер я, кстати, все время использую на зону под глазками, то есть вот где-то в зоне переносицы, где начинается венка такая синенькая проходит, и она кидает тень под глаз, и получается, что как будто бы, да, проваливается глаз, такой синячок. Поэтому без консилера никуда. Консилер позволяет как бы осветлить эту зону, вытащить ее. Вот предыдущий мне очень нравился, попробуем, что будет в этот раз, какой он по качеству, по стойкости, я тоже его попробую и потом расскажу вам свои впечатления, потому что ну, на руке пока непонятно, как это будет. Конечно, надо все пробовать на ту зону, для чего предназначен этот продукт. Пахнет мне духами теперь все. Так, и еще мне прислали, та-дам, жидкое мыло для рук. Я забыла, как называется. Пачули, а еще что-то. Давайте посмотрим в каталоге, что мы мучаемся, да? Потому что всегда, когда выходит серия Essence & Co, я заказываю. А, да, шафран и пачули будет в этой серии, и лосьон для тела, и мыло еще кусковое, очень красиво оформленное. Вот мы будем пробовать жидкое мыло, тоже расскажу про него либо в Instagram, смотрите, будет описание, мои впечатления, может быть, даже видео отдельное запишем, пока еще не знаю. И еще один продукт, просто классный, смотрите, как оформлено, здорово. Это у нас клюквенное какое-то наслаждение, тоже новинка, будет состоять из крема, да, клюквенное блаженство, здесь будет имбирь и натуральный экстракт клюквы. Вы знаете, в набор будет входить крем для рук, для лица и тела универсальный 150 миллилитров, и вот такой вот крем для купания, и мне уже не терпится его открыть. Здесь все на пломбочке, мы пломбочку отрываем, открываем крышечку, то что очень удобно. Приятно, как пахнет.
такой густой, концентрированный, перламутровый. Я буду купаться, все попробую и вам потом расскажу. Но дизайн очень классный, мне нравятся такие нарядненькие новогодние. И вам как идея, уже скоро праздники, и многие люди не любят сразу покупать много подарков, потому что уходит много денег. Меня в основном все берут так дозированно, уже в октябре начинают покупать понемножечку, да, потом в ноябре, потом в декабре, к Новому году делают небольшие покупки, чтобы это не было так заметно по финансам, да, не било. Поэтому можно уже сейчас будет предлагать заказывать медовую серию, пряный цитрус заказывать, клюквенное вот это наслаждение. То есть мы уже предлагаем либо наборчики какие-то компоновать, или готовые брать идеи. Поэтому я вам тоже предлагаю взять это на вооружение и уже сейчас говорить с клиентами, с близкими о том, что можно заранее уже пополнять запасы подарочками. Я вас благодарю за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.